Всем привет! Я ЛПХ у дяди Вити. Наконец-то у нас радостная новость. Хочу поделиться со всем, если кто следил за моими видео. Вот эти вот все курочки, это мы в мае купили молодок и все хотели на яйцо. Вот купили, чтобы разводить на яйцо их. Вот, чтобы они выросли, да, и начали нести яйцо. Не на мясо. И уже яйцо на продажу, чтобы нам было, нашим родным и близким, себе, чтобы свое домашнее кушать. И немножко продавать, чтобы зарабатывать на корм, чтобы отбивать корма. Вот, у нас сейчас радостная новость. 1 февраля, вернее, не, 2 февраля, вчера было 1. 2 февраля 2021 год. Наши курочки занеслись. Наконец-то они занеслись. Уже несколько дней начали нестись. И те, которые постарше куры, отдохнули, чуть-чуть потеплело, занеслись, и молодки. Яйцо хорошее, деревенское. Мы вот сейчас, я как раз это видео снимаю, что предлагаю на продажу. Если кто хочет, вот посмотрите, сколько курочек. 150 кур. В среднем у нас сейчас 60-70, иногда 80 яиц в день. Вот, сейчас я зашел как раз, давайте посмотрим. Гнезда. Я тут специально затемнил, чтобы они не клевали яйцо, потому что они клюют яйцо. Лампочка вот она холодная, она, то есть тут пожара никакого не будет. Она 6 ватт потребляет, и за это можно даже картонкой закрыть. Вот я затенил вот эту сторону лампочки, чтобы свет в гнезда не падал. Сейчас я подсвечиваю фонариком. У меня видео идет с фонариком. Вот, видно, нанеслись. Мы уже сегодня собрали 39. Там я зашел в дом, посмотрел. Вот еще несется. Что у нас тут? О, тут 4. И какие все разные. Перламутровые, коричневые, розовые. Тут у нас есть и... Вот, пожалуйста, еще. Тут у нас пусто. Они иногда в некоторых вообще не несутся, а в некоторых по несколько яиц. У нас и адлер серебристый, и рыжие. Вот, кахинки, если не ошибаюсь, порода. И вот белые, это у нас легорн. Разные породы. Уже, можно сказать, деревенские куры, потому что они все перемешались. Петушки разные. Часть у нас кур закуплена, часть выращена в инкубаторе. Мы сами ставили свой инкубатор. Вот, тоже, который вот-вот воюет, прогоняет, чтобы я ей дал яйцо снести. Так, еще одна запрыгнула, еще одна. Но несутся. Короче, свое куриное деревенское яйцо мы продаем. Вот это видео именно продажи. Кормим полностью только зерновые и домашние свои отходы бытовые. Там есть картошка, тыква, мы заготовили тыква. То есть никакой химии вообще нет. Корма натуральные 100%. Вот стали дороговаты корма, сейчас в этом году подорожало. Так, чем мы кормим? Тут видно овес, подсолнух, ячмень. Кукуруза вот у нас лежат, мы добавляем кукуруза, опилки, стружки, это мы в гнезда, каждый день чистим гнезда, так что яйцо чистое, они грязь не тащат у гнезда. И видно, что пшеничка, вот хочу показать, мы затарились пшеницей, все натуральное. Так что, кому надо, пишите в комментариях, кому яйца нужны деревенские, домашние, то можете у нас купить. Есть мы в Пензе, возле 175-го универсама можем отдавать яйцо, можно туда подъезжать, заказывать. Если кто с Рязани, в Рязань тоже у нас, я езжу 2 раза в месяц, могу привозить в Рязань, на Площадь Победы. По 90 рублей мы десяток сейчас
этот. Так-то все подорожало, но вот пока по 90 рублей мы планируем продавать. И в Пензе, и в Рязани по 90 рублей. В среднем 50 яиц в день можем продавать. Давайте посмотрим, что тут они нанесли, нет? Я, конечно, вам много всего рассказываю, но чтобы вы увидели, что это не фабрика, это не где-то что-то. Вот. Тут у нас еще кролики есть, но кроликов на продажу нету. Вот он какой, папочка хорошенький. Вот он. В нем, наверное, килограмм 6. Вот как раз он кушает, лапами разгребает, вот сюда падает все, и вот куры собирает. То есть у нас, в принципе, прям безотходное это вот от кроликов. Все, что падает вниз, курочки подбирают, копаются. И плюс вот еще мы дополнительно их кормим. Так, тут у нас... А, вот одно яйцо есть. Тут уже, походу, папа собрал. Тоже. У нас куры разделились на несколько частей. Тут вот петушок хозяин адлерский. Там белые петушки хозяева. И каждый петух за собой сколько-то курочек утащил. И вот у них тут как семейство. Все, всем пока. Ставьте лайки. Кому надо, пишите в комментариях. Звоните, кто меня все знаете. Вот. Кому яйцо надо. Есть два варианта. Могу привозить два раза в месяц в Рязань. Определенное количество на заказ. И в городе Пенза. Потому что у нас это все, мы в Пензе живем. И ЛПХ, вот это хозяйство, все в Пензе. К 175 универсаму. Можем возле 175 универсама. Как бы встречаться. Могу отдавать. Так, всем пока.